Сегодня оперативный штаб работает уже с момента получения первой информации. Сейчас наша задача определить, какие в целом проблемы есть, как будем их решать. Двое пострадавших, 9 спасенных. Последствия взрыва Новохитова 11 в цифрах. Сейчас в реанимации находится 26-летний нижнекамец. Он получил 90% ожогов тела. Состояние тяжелое, стабильное. Об этом рассказали в ходе экстренного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. С учетом полученной травмы, но усугубление состояния произойдет на 2-3 сутки. С учетом тяжести состояния приглашенной специалисты РКБ, они уже прибыли, проконсультировали. Остается пока у нас. План лечения организован. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия. В ближайших строениях убирают осколки стекла, меняют рамы и окна. Что касается Вахитова 11, там полностью отключили газ, воду и электричество в 3 подъездах – 7, 8 и 9. Всего из них эвакуировали жильцов 45 квартир. Пока отключены 7, 8, 9, как бы уже говорилось, по остальным подъездам мы по стоякам воду дали, холодную воду, электричественную тоже питание дали. По остальным пока, как сказать, по мере на задачу поставить наши следственные комитеты и другие службы мы будем давать. Здание частично повреждены несущие конструкции. Разрушения затронули 3 этажа. Пока подъезд укрепляют поэтапно, начиная с подвала. На все время работ здесь будет дежурить охрана. Как только завершатся следственно-оперативные действия, приступят к восстановлению дома. К тому моменту двор и внутриквартальные дороги должны освободить от лишнего транспорта для проезда спецтехники. По предварительной оценке подлежит восстановлению с учетом укрепления, то есть подъезд. Поэтому, это пока предварительная оценка. Более детальную информацию можно будет дать после выполнения первичных мероприятий по недопущению обрушения. По необходимости эвакуированных жильцов разместят в гостинице «Кама». Пока с такой просьбой обратились 19 человек. Рамиль Мулин поручил обеспечить их одеждой, продуктами и товарами первой необходимости. Также в ближайшее время люди смогут вернуться в свои квартиры и забрать нужные вещи, лекарства и документы. Может быть, сегодня вечером или завтра утром уже в сам 8-й подъезд верхние этажи. Потому что 2 этажа там достаточно серьезно повреждены. А все остальные, я думаю, что индивидуально договорились с службой спасателей. Каждой квартиры будет заходить со спасателями собственники и забирать необходимые личные вещи. Сейчас власти постоянно на связи с жильцами. Для этого создан специальный чат, где каждый может рассказать, какая помощь необходима. Помимо этого, туда оперативно отправляют информацию о точках питания, пунктах временного размещения и работах по восстановлению дома. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.